коллекцию отличает выдающийся интеллект, широчайшая эрудиция, богатейшие знания по истории Крыма, редкая трудоспособность, целый ряд важных человеческих качеств – интеллигентность, приветливость, открытость и так далее. Ну и одно из наиболее важных – это его безграничная любовь к Крыму. Алексей вырос практически без отца. У него был замечательный дедушка. Вот Алексей Дмитриевич, я с ним, кстати, был хорошо знаком. Прекрасная бабушка, которую он очень любил, чтил. И вообще, на самом деле, к ней очень уважительно относился. Мама у него занимает какую-то особую роль. То есть она для него очень многое. Это не просто мама, а это великолепный совершенно друг. Это собеседник. Алекса Гайворонский родился 30 апреля 1974 года в 5000 километрах от Бахчисарая, неподалеку от Новосибирска. Он часто гостил у бабушки с дедушкой в Крыму, а вскоре они с мамой переехали в Бахчисарай. По ее рассказам, уже с раннего детства сын проявлял уникальные способности. Читать начал в 2.5 года. В 6 лет уже отправлял свои статьи в журнал «Юный натуралист», а став подростком, победил во всесоюзном конкурсе юных публицистов. В 89 году, в возрасте 15 лет, Алекса впервые попадает в Соединенные Штаты Америки как победитель конкурса, о котором он услышал по радио. Нужно было написать прозу или стихотворение на политическую тему. Можно себе представить, что в масштабах Советского Союза в этом конкурсе приняло участие несколько, наверное, десятков тысяч детей. И отобрали 15 победителей, в числе которых был Алекса. То есть уже в молодом возрасте он доказал, что он лучший из лучших. Он жил в Эскиюрте. То есть вот буквально он выходит и видит... Бюрбе Ахмед-Бея, Мимбер Минарет. Эти объекты, они были рядом. И он, безусловно, с детства задавался вопросом, что это такое, к какому прошлому это относится. Но, естественно, что он был из образованной семьи, и ему очень рано все это было, я думаю, адекватно рассказано, представлено. Для него Крым и крымские татары – это были совершенно неразделимые понятия, даже тогда, когда крымских татар еще не было в Крыму. Он знал, что Крым – это крымские татары. Крымские татары – это Крым. Несколько раз он об этом подчеркнул. Меня утешает очень тот факт, что это был не крымско-татарский дом до 1944 года, поэтому наша семья не въехала в дом, покинутый крымскими татарами. Там было какое-то общественное административное здание. Он каждый раз это подчеркнул, он как будто оправдывался. Бахчисарай, собственно, там нельзя не задуматься об истории крымских татар. Там нельзя не вспомнить крымских ханов, просто ходя по улицам и видя этот ханский дворец, в котором, по сути, с детства я его посещал. С раннего детства Алекса часто бегал в Хан-сарай. Он знал там абсолютно все, каждый уголок. Особенно ему нравилось место, которое не сохранилось до сегодняшних дней, это персидский сад. Он там уединялся, он там думал, он мечтал. И вообще, когда Алекса рассказывал о Хан-сарае, было такое ощущение, как будто он жил в эту эпоху. Настолько ярко он мог передать детали жизни в этом дворце. Он мог описать краски и даже запахи. К Хан-сараю он относился как к дому, где ему было по-настоящему комфортно, уютно, тепло. И даже в своем небольшом произведении, такая небольшая книга, она так и называлась «Ханский дом». Не дворец, а дом. Дело в том, что его бабушка Зинаида Яновна
Гайворонская, она работала, по-моему, с 61 года в музее. И она возглавляла именно экскурсионно-массовый отдел, то есть ведала всеми вопросами экскурсии. У меня особое личное отношение к этому мавзолею. Неподалеку от него, в новых кварталах, стоит мой дом. Я вырос под этими стенами и хорошо помню, что с детства меня живо интересовало, что это за удивительное здание, столь непохожее на другие. В ответ мне рассказывали о татарском хане Мухаммеде Жирном, которому приходилось ездить сразу на 6 лошадях. Но этого было мало, и рождались другие вопросы. Кто такой хан? Что за люди татары? Где они теперь? Правильные ответы на свои вопросы я смог найти лишь много позже, уже выучившись на историка. Так тень этого мавзолея подала первый толчок моему интересу к прошлому Крыма. И это определило мою судьбу. Сразу после окончания университета Алексей пришел в музей. Очень многие старые работники, которые работали до меня, стали его вспоминать. О, Алексей, они его помнили мальчиком, который сидел на скамейке и наблюдал за, как водят экскурсии по дворцу. Он выделялся из всего коллектива, во-первых, своим необычным видом. То есть он одевался всегда стильно. Ну и был относительно тех сотрудников, которые там работали уже много-много лет, он был относительно вот самым таким молодым, наверное. Мне нравился его стиль, его отношение сугубо креативное. К вопросам даже казалось очень таким техническим, строго техническим. Это его, собственно, отличало от всех сотрудников заповедника. Он очень любил крымстарскую историю крымстарского народа. Он очень любил дворец, в котором он работал. Он безумно любил наследие нашего народа, ту тему, которую он изучал. Естественно, это, конечно, было наследие крымских ханов, ханского периода. И когда он говорил, глаза горели. Он отдавался полностью своей работе, своей деятельности. Он исследовал все, он знал хорошо все памятники, историю каждого памятника. Он, скажем так, не был ученым таком, в академическом понимании. Но при этом по объему знаний он, конечно, даст фору многим докторам, которые специализируются на этой тематике. Он сделал выбор свой еще давно, лет там, в самом начале своей деятельности, будучи зам директора Бахчисарайского заповедника по науке, он сделал выбор в пользу вот научно-популярного жанра, так скажем. В конце 90-х годов на севастопольском телевидении был проект «Тарихи Назар». И Алекса был самым непосредственным участником этого проекта. Тогдашний сотрудник Бахчисарайского музея-заповедника Алекса делился со зрителями историей и культурой крымских татар. Это были первые программы, которые вот так вот фундаментально окунали зрителя в историю и Бахчисарайского музея-заповедника. Это были вот те первые года, когда уже можно было заходить в какие-то экспозиции, уже можно было рассказывать. И вот Алекса как раз был одним из тех спикеров и историков, который и делился этой информацией со зрителем. И если бы не ханский дворец, привлекающий гостей со всего света, вероятно, город имел бы еще более скромный облик. Он ремесленник, понимаете? Все, за что он берется и превращает в некий продукт. Это редчайшее качество. Каталог надмогильных памятников ханского кладбища на территории Бахчисарайского дворца. Это очень серьезная работа. Он практически
собрал в этом каталоге все материалы, которые были связаны, все публикации, связанные с ханским кладбищем, дал подробную такую схему расположения всех вот сохранившихся надмогильных памятников. То есть это незаменимое нынче пособие. И, кстати, дал фотографии всех этих надмогильных сохранившихся памятников. И не только, кстати, сохранившихся, но и использовал фотографии архивные до еще депортационного периода начала 20 века. То есть это блестящий труд, ныне незаменимый вот, источник по этой тематике. Обычно ханское кладбище показывают в самом конце экскурсии, однако мы начнем свой визит в Хан-сарай именно с этого места. Ведь придя в любое жилище, принято сперва познакомиться с его хозяевами и уже лишь затем осматривать обстановку. Вот он был человек, у которого были очень глубокие познания в истории Крымского ханства, Крыма и Крымской земли. То, чего не хватало. И, наверное, у меня есть несколько людей, которые научили меня не только любить эту землю, но и пытаться знать о ней как можно больше. И один из них был Алекса. Ну, если говорить о ценности дворца, в свое время, в 2003 году, мы в Бахчисарайском государственном историко-культурном заповеднике подали документы на рассмотрение ЮНЕСКО, для того, чтобы они рассмотрели вопрос о возможном включении ханского дворца в список всемирного культурного наследия. Это 2003 год, когда мы были приглашены на конференцию ЮНЕСКО в Ялте. Алексею удалось заинтересовать комиссию ЮНЕСКО, которая присутствовала тогда. Вот, заинтересовать настолько, что буквально на следующий день все, там было около 15 членов этого института, скажем, Организации Объединенных Наций, вот, и они все пожелали приехать в Бахчисарай. И в последующем все, как нитка за иголкой, вот так они следовали за ним. Вот, и вся наша переписка, коммуникация с этой группой, она строилась через Алексея. Когда я работала, шла подготовка двух объектов. Это Бахчисарайского, два объекта Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника. Это Ханский дворец и Чхоткале, чтобы ввести их в ЮНЕСКО. Комиссия заинтересовалась не только Ханским дворцом. Они посмотрели Чхоткале, они посмотрели Крымское кладбище, были восхищены, группа задержалась против графика, который был определен изначально в Бахчисарае. Вот. И началась такая работа планомерная по подготовке документов для представления Ханского дворца в список, в предварительный список ЮНЕСКО. В 2002 году, если я не ошибаюсь, он начал вести страницу в симферопольской русскоязычной газете «Полуостров». Вот. Каждую неделю публиковались его материалы объемом в одну страницу. Через неделю. Одна неделя – собственный его материал, и вторая неделя – подготовленный им материал по истории Крыма. Там западные дипломаты, путешественники – российские, русские путешественники, писавшие о Крыме. Вот эти все материалы, которые до того времени, они или доступны были только узкому кругу специалистов, после его публикации они стали, уже становились достоянием широкой такой читательской аудитории. Особо, как бы можно сказать, о созвездии Гераев, этом сборнике кратких очерков о всех крымских ханов, это впервые на тот момент, можно сказать, единственный, да, такой сборник. На тот момент, я думаю, это своего рода такая революция была в плане знаний биографии крымских ханов. Он же ко всему подходил очень скрупулезно. Если делать, то нужно делать очень правильно, на его взгляд. Он такой перфекционист был категорический. Я думаю, это один из самых серьезных
писателей, историков, которые именно раскрывали сущность крымских татар, какие они на самом деле. Он выделялся из среды историков. У него был совершенно свой взгляд на все исторические процессы, которые проходили в Крыму. У нас в Крыму всего осталось настолько мало, что сейчас приходится в буквальном смысле слова лелеять каждый камень. Собственно говоря, это не вина Крыма, что сейчас оно из себя представляет там какие-то груды камней, какое-то ну, жалкое зрелище. Стало быть, наша задача, тех людей, которые интересуются, изучить это, представить это, воссоздать, скажем так, более-менее четкую картину и рассказать, попытаться до зрителя, до слушателя, до читателя донести, как же это все-таки выглядело. Потому что рассказ-то ведь идет не о камнях, а о людях, которые когда-то эти камни положили, построили для чего-то, что-то хотели с какой-то целью. 2007 году, если не ошибаюсь, вышел первый том «Повелители двух материков». Через два года вышел второй том «Повелители двух материков». Она, конечно, подверглась критике, но если говорить сегодня, да, эта книга, она как бы достойная книга, и ею пользуются все исследователи, ссылаются на нее. Безусловно, отклики доходили, и читательская почта, она была велика. Они одобряющие, либо критичны, в любом случае они помогают осознать, что ты делаешь, как ты делаешь, как этого улучшить, что ты сделал правильно, что лучше тебе исправить и так далее. То есть, как и для каждого автора. Он перечитывал гигантское количество первоисточников, понимаете, это работа скрыта от нас. От меня в том числе, понимаете? Вот эта работа, которая была проделана им в одиночку, это работа колоссальная, понимаете, исследовательская. Он поменял мое мировоззрение определенное. Вот человек, который во мне поменял, разделил историю и политику. И вот я после его работ, после особенно «Повелителя двух материков», я четко начал, когда работы какие-то читаю исторические, что четко разделяю политика и история. В 2016 году вышла последняя книга его «Страна Крым». Вот, более 300 страниц, по-моему, текста. Опять же, там несколько десятков статей на очень важные сюжеты, связанные с этим периодом. Вот в этом последнем альбоме особое место занимает его фотографии. Я всегда думаю о нем как о блестящем вот мастере фотографии. Собственно, он и знал об этом, и любил это дело, насколько я понимаю. И вот из его фотографий, в принципе, можно получить представление практически обо всех известных исторических местах и архитектурных, там, археологических объектах, связанных с историей Крымского ханства и Золотой Орды. Трудно себе представить, но такой колоссальный объем работы, на который другой ученый потратил бы десятилетия, этот удивительный человек вместил в те промежутки времени, когда судьба давала ему передышку между тяжелыми болезнями. И тогда, как будто зная, что нужно спешить жить и творить, он писал книги, путешествовал по миру и ходил по Крыму с фотоаппаратом в руках. Открывал для себя новые увлечения, в которые погружался с той же страстью, с какой отдавался исторической науке. Болезни стали одолевать его достаточно рано. В 29 лет ему диагностировали рак лимфосистемы. Началась очень тяжелая борьба за жизнь. У него было 3 или 4 ремиссии, и врачи ставили очень неутешительные прогнозы. Но тогда им удалось его спасти. И он ложился здесь, в онкологический центр в Симферополе. Честно говоря, те процедуры, которые с ним проделали, он мне потом рассказывал, и я видел, что с ним происходит. То есть это, конечно, было очень страшно. Однажды после вот такой процедуры по химиотерапии, она длилась где-то несколько недель, вот у нас была встреча с турецкой делегацией в ресторане «Маркур». И там вдруг Алекса, будучи абсолютно лысым, у него волосы выпали, понимаете, от этого интенсивного химиотерапии. Вот. Он встал, и надо было сказать несколько приветственных слов. И Алекса стал говорить на турецком языке. Это было удивительно совершенно. То есть он, лежа в больнице,
не прокис там, не пал в отчаяние, понимаете, а учил турецкий язык. Я знала, что он полиглот, но я не знала, что он владел 11 языками. Помимо русского, украинского, крымско-татарского, он знал еще турецкий, английский, французский, немецкий, чешский, польский, латышский, шведский, я сказала, да? Еще какой-то. 11 языков. Он свободно читал и свободно писал на всех этих языках. Es handelt sich also, Herr Sekretär, einem russischen Untertanen. Sind Sie denn nicht der Ansicht, dass es jetzt nicht die Zeit ist, Vertreter eines Staates einzuladen, der einen Krieg gegen uns führt? Мы позволяли между собой говорить при нем по-крымско-татарски, зная, что он прекрасно его знает, правда, он стеснялся на нем говорить. Я не знала, что он художник, который пишет в очень интересной, своеобразной манере. Я не знала, что он пишет стихи. Я не знала, что он увлекается музыкой ханского периода. Ну, вот это какой-то удивительной особенностью самообразования. Тем не менее, он мог самосовершенствоваться. И он это делал буквально всю свою жизнь. Он был очень увлекающимся человеком. Вот, к примеру, он очень любил кофе и чай. И не просто как обыватель. А у него, он был настоящим коллекционером. У него дома просто огромная коллекция редких сортов чая и кофе. То он мог рассказать о каждом сорте, где это выращивалось, в каких условиях, в чем была ценность этого кофе, куда оно доставлялось, кто его употребляли. Это было очень интересно. Я ему рассказывал, как мы варим кофе сегодня. Вот. А он мне рассказывал, как варили кофе там 400 лет назад. И что любимый кофе у крымских ханов считался йеменский кофе, который нужно было жарить до там второго крека. Он говорил такие слова, которых я не знал, я потом быстренько раз-раз до второго крека. Крек, оказывается, это когда щелкают вот это зерно процесса обжарки. Мы с ним договорились, что я найду этот кофе, привезу, и мы с ним пожарим. Он любил фотографировать, и у него всегда были такие необычные кадры, красивые кадры. Он любил красивые места, он природу любил, закат, рассвет. Он очень любил готовить разные блюда, но особое место занимало, конечно, приготовление пива. И он к этому относился не как такой вот ценитель вкуса, а именно с точки зрения технологии приготовления пива по старинным рецептам, которые он находил, и с оригинальными ингредиентами, которые он выписывал по интернету. И сохранилось очень много тетрадей, где он очень скрупулезно описывал каждый процесс варки, там, отмечал температуру кипения, там, когда появлялась пенка, какие оттенки вот, цвета этого пива, там, запаха и так далее. Ну, и было очень интересно слушать о том, как вот это пиво было там английских лордов, там английских шахтеров или немецких фермеров, или чешское монастырское, которое он приготовил по рецепту 14 века. Я не знала, что к пиву можно относиться как к искусству. Он выучил даже старогерманский язык для того, чтобы прочитать правильно рецепты приготовления пива. Алекса Гайворонский обладал еще одним несомненным талантом. В 2011 году, вдохновленный телевизионными проектами BBC и National Geographic, он решил, что пора рассказать миру о Крыме и создал уникальный проект, сделавший его известным телеведущим. Крым – это целый мир в миниатюре. Он настолько многовек, что поездки в разные его концы похожи на путешествия по разным континентам. Я беру свою фотокамеру и отправляюсь в долгие прогулки по полуострову для того, чтобы самому увидеть все его исторические памятники и запечатлеть их поразительное многообразие. Приглашаю вас на прогулки по Крыму. Прогулки по Крыму с Алексом Гайворонским. Давайте вместе откроем эту землю. Это был практически проект, полностью придуманный им. Чем был хорош Алекса в этом проекте, помимо сценариста, он выступал еще и режиссером. Поначалу было с ним работать сложно, потому что, ну,
Он вот каждый кадр он проверял все остальное. То есть мы просматривали каждый его стендап. То есть как все это выглядит он в кадре. Сначала первое время это все, конечно, раздражало. Но потом, понимая, что вот именно он хочет, чтобы было все очень хорошо. Алекса тогда пересмотрел очень много форматов. Но в итоге вот этот его образ путешественника, у которого через плечо фотоаппарат, это его брендовая шляпа, этот его кожаный пиджак, это все были собственные идеи Алексы. Самый первый выпуск мы снимали ОРХП, то мы не знали еще, как это вообще все будет выглядеть. Снимали, конечно, все подряд. Никто из прибывавших в Крым по суше не миновал этого места. Именно здесь, у ворот Крыма, мы и начинаем нашу прогулку. Одну из передач он посвятил еще одному, кстати, еще одной шейской династии суфийской Крыма, и в частности сохранившемуся мавзолею XVI века, который ныне вот располагается в Качинской долине в селе Айвовое. Его историческое название исконное – Эфендикой. Вот он пригласил меня рассказать о истории этой династии, об этом мавзолее. К своему удовольствию я провел с Алексеем целый день. Я в то время, как раз в этот день, увидел стиль его работы, все его комментарии выверены были до каждого слова, добивался очень четкости, лаконичности. Ну, при этом, естественно, материал был очень интересен. А если не ошибаюсь, третья или четвертая серия это была у нас «Замерзшее Азовское море» мы снимали. Мы снимали Арбатскую стрелку, «Замерзшее море». То есть мы ходили именно с ним по замерзшим льдам. Камера отказывалась работать. То есть нам приходилось каждые там, минут пять забегать просто в машину, греться и выходить дальше работать. Мы сидим на Удунбазаре за низким столиком, пьем кофе, и он просит рассказать о Кизлеве. Он снимает в своей серии передач ту передачу, которая касается Кизлева, и мы разговариваем ни о чем, он что-то говорит. Он просит снять какой-то контент наверху, на макете. За кадром. Можно. Гази Герай не успел завершить свои реформы, но, по крайней мере, перенес сюда ханский монетный двор. И день весь такой солнечный, легкий, несерьезный какой-то, вот, вот прям такой весь акварельный. Ну, вы прям американец, да. В чистом виде. Да, у нас тут. Что? И творческий образ. Да. И теперь на белом серебре ханских монет заблистало слово «Газлев». Потом выходит его передача о Кизлеве, где так много того, что можно почерпнуть, и как так много того, чего ты не знал. То есть, вбирая этот день, он потом вплел его очень красивую картину в рассказе об этом городе. И когда я просмотрела это видео, я поняла, что помимо историка, он творец. Творец, который берет какие-то краски и рисует из них свою картину. Он поделился как-то секретом, сказал, что когда я готовился к проекту прогулки по Крыму, я хотел показать всей стране, что такое Крым. А получилось, что показал ее крымским татарам. Такие люди, как Алекса, и те передачи, которые он делал, это, конечно, это большая работа в части истории. Понимаете? Подлинные истории, не вымышленные, не мифы, а именно настоящая история. Та без приукрас. Та история, которая она была. Что прежде всего я хочу показать, и что прежде и для кого прежде всего я работаю. То есть, наверное, это не столько привлечение туриста, сколько, наверное, рассказ вот крымчанам. Это более важная, более приоритетная аудитория, потому что если люди, живущие в Крыму, вот этого все не сохранят, не будут знать, что это такое, и не сохранят его, будут к нему относиться просто, скажем так, наплевательски, то тогда уже в перспективе никакому западному туристу сюда незачем будет ехать. Он был честным.
честным и справедливым. Он культивировал эти качества, и они проявлялись у него во всем. В работе, в отношениях и в его гражданской позиции. В 2014 году пан Алекса уехал из Крыма. Он попытался поехать в Украину, работать в одном из львовских музеев. У него там тоже не сложилось из-за того, что он сказал, что снимать квартиру и жить на те деньги, которые получает сотрудник музея, было невозможно. А он еще тогда подружился с какой-то с девушкой, с которой они хотели создать семью. Из-за болезней он многое что не успел и не смог сделать. Наверное, самое главное – это создать семью. Хотя очень хотел. Он никогда не говорил о своей личной жизни. Никогда не говорил о своих личных проблемах. Его очень беспокоила судьба Крыма, будущее Крыма. Алекса Гайворонский вернулся в Крым и продолжил работу. И вновь удивил новой гранью своей личности. Болезни не позволяли ему путешествовать так, как раньше. Но они не смогли отнять у него способность путешествовать во времени. Так он стал автором нескольких фильмов. И первый из них, снятый в 2015 году студией «Karadeniz Production», фильм «Кто такие крымские татары?». Затем последовали и другие работы. Сценарий первого художественного фильма сказки для детей сценарист Алекса Гайворонский. Фильм-переводчик об Исмаиле Гаспринском, перо Гайворонского. Фильм о Бекире Чубанзаде сценарист Гайворонский. Даже лишенный всего, даже у края могилы, поэт все еще располагал самой последней свободой, что осталось у него. Вспомнить о том, что он джигит. И встретить смерть, как джигит. В титрах к этим всем фильмам вы нигде не найдете имя Алекса Гайворонский. Он придумал себе псевдоним, чтобы не было вот этого вот его внутреннего разногласия, что вдруг историк стал сценаристом. Этот псевдоним Алекса взял себе, и этот псевдоним носил имя Азиз Искиюртлы. И вот первая серьезная работа Алекса в качестве сценариста, это был фильм «Хадыр-Деде», где автор сценария фильма прозвучал псевдоним Алекса Гайворонского. Он выбрал для себя псевдоним Азиз Искиюртлы, о многом говорящий, о его привязанности к Бахчисараю, прежде всего, говорящий. Это вот еще удивительная его способность одухотворить историю, наполнить ее персонажами, характерами, атмосферой, настроениями. И вот это великолепным образом он сделал в сказке «Хадыр-Деде», показав нам ту эпоху во всей ее чистоте, неприкосновенности, рассказав нам, крымским татарам, какими были наши предки. В своих фильмах он всегда искал и показывал определенные смыслы. В его фильмах всегда присутствует очень глубокая причинно-следственная связь. И это все в сопоставлении с той исторической эпохой, в которой жил герой. Только посмотрев фильм «Черчиман», стала сравнивать эпохи, в которой жил, творил и просвещал наш народ Гаспринский с современностью. И я в этом фильме нашла ответы на вопросы, которые мучают меня сегодня. До этого момента Гаспринский был для меня просто портретом, просто исторической личностью и не более того. Теперь я понимаю не только, зачем он это делал, я понимаю всю ту эпоху. Я соотношу ее с сегодняшним днем. Положение безвыходное. Что в этой ситуации делает Исмаил Гаспринский?
в этой ситуации, которая похожа, наверное, на шахматный мат, от которого не двинуться ни влево, ни вправо. Можно, в принципе, прекратить игру, встать из-за стола, уйти, то есть бросить родину. Но ведь именно это и является самой главной целью тех великих гроссмейстеров, которые теснят тебя со всех сторон своими конями, там, слонами. И вот что в этой ситуации делает Исмаил Гаспринский? Он переводит игру на совершенно другое поле. Образование, просвещение, культуры. Он поднимает знамя просвещения. Не национально-освободительной борьбы, не антиколониальной войны, а всего-навсего просвещения. И на этом тихом, мирном поле он тихо, постепенно, одну за одной одерживает, казалось бы, совершенно незначительные, но, как оказывается потом, колоссальной важности стратегические победы. Я запомнила его фразу: создание таких фильмов – это окно для политических чувств. Мы живем в такое время, когда не все можно сказать, а даже если и скажешь, это можно интерпретировать по-разному и иметь определенные последствия. Много и часто повторяем о том, что во время сталинских репрессий была уничтожена практически вся крымско-татарская интеллигенция. А он нам показал, как. Он нам показал не только вот такой героический, что ли, образ, но человека, который прошел через этот ад. Он показал через личный ад Бекира Чупанзаде, ад этого режима, который после этого уже с открытым забралом позволил себе выселить весь наш народ из Крыма. К написанию сценариев он подходил с особой педантичностью. Он только несколько месяцев изучал первоисточники. Ошибок быть не должно. Он очень внимательно изучал самого героя. Он пытался его понять, он пытался стать его другом. Усложнялось это еще и тем, что мы снимали документально-художественные фильмы с реконструкцией исторической эпохи. А значит, стояли задачи о том, какая локация, какие были интерьеры, во что одевались люди, как они себя вели, о чем говорили. Ты как будто попадаешь в этот мир вместе с ним. Мы вам для фильма, когда искали, чем вооружить, так сказать, наших посетителей КВ Ханэ Бахчисарая при съемках фильма Гаспринского, мы не нашли ни одной адекватной настоящей крымской трубки, которые могли бы. И нам приходилось... Ну, вот они курили, мы нашли, но это было не оно. Нет, настоящую трубку я бы нашел. Трубку. К ней нужен еще чубук из этого, из жасмина и так далее. Но болезни не отступали. Они следовали за ним по пятам, лишая в буквальном смысле слова возможности дышать полной грудью. Судьба как будто испытывала Алексу Гайворонского на прочность, наказывала его за то, сколько ему было дано талантов. 5 лет назад его здоровье снова ухудшилось, на этот раз были проблемы с сердцем. И тогда ему сделали операцию по замене клапанов и шунтирование. В нем стал вербально проскальзывать такой какой-то элемент фатализма. Он как-то нет-нет, и даже полушутя говорил, мне недолго осталось. А в апреле этого года я увидела Алексу очень изменившимся. Он сильно похудел, у него был нездоровый цвет лица, и мы поняли, что он серьезно болен. Исследования показали, что у него рак легких. И вот тогда начался этот последний его путь. И я должна сказать, что, наверное, последний проект, который он сделал, это был проект, мне так кажется, что это был проект, связанный с нашими восстановленными воротами. Он нам дал такую историческую правильную канву и какие-то новаторские идеи, которые мы приняли. И я видела, с какими горящими глазами, это было за полгода до его ухода, с какими горящими глазами
он двигал эту идею, как это ему нравилось, с каким удовольствием он отдавал эти знания. Я помню один из дней, а он же очень серьезно был болен и уже был очень исхудавший, мы проговорили все вместе в нашей дружеской компании целый день. И опять это было огромное наслаждение слушать его. Его анализ событий, его человеческое отношение к этим событиям. Было ощущение, что все, сейчас он встанет, несмотря на то, что он уже очень похудевший, оденет свой пиджак, которым он снимал, даже такую курточку, да, в стиле National Geographic, оденет свою фирменную шляпу, повесит на шею фотоаппарат и поедет по Крыму снимать и рассказывать нам про нашу родину. У нас было много с ним планов. Мы обсуждали различные проекты. Это и новый цикл программ о крымских ханах с реконструкцией тех исторических эпох, в которых они жили. Это и программа о путешествиях по следам путешественника Эвлия Челеби. И очень хотели создать фильм о государственности крымских татар. Мы очень часто говорили уже о дальнейших планах. И вот когда мы прорабатывали образы фильма «Бекир Чобанзаде», когда мы говорили о неких атмосферных локациях, Алекса каждый раз говорил: «Айдер, вот это нам пригодится». Работая над фильмом «Бекир Чобанзаде», у него мозг уже начинал настраиваться на фильм об еще об одном великом крымско-татарском сыне народа, Нумане Челебиджихане. Ему очень импонировал этот герой. Он прям рвался написать этот сценарий. Он восхищался Нуманом Челебиджиханом. Он всегда говорил о том, что этот герой для него очень близок. Близок своей позиции, своей принципиальностью и своей несломленностью. Он действительно начинал вынашивать очень серьезный сценарий. И даже как-то говорил он об этом. Это будет самая моя серьезная работа. Дело в том, что врачи давали довольно оптимистический сценарий, что он может прожить еще 3 года. 3 лет в запасе не оказалось. И сценарий документального фильма о Нумане Челебиджихане не написан. Алексы Гайворонского не стало 27 сентября 2023 года. Он ушел от нас, отдав последнее распоряжение – развеять его прах над Черным морем у места рядом со старым маяком, откуда он в мыслях, как сокол, пролетал над землей, которую так любил, истории которой он посвятил всю свою короткую, но такую большую жизнь. Я думаю, что он совершенно внес такой вот прям фундаментальный вклад вот в этот перечень знакомств с нашей историей. И это было очень важно, потому что его читали, его мысли подхватывали, его знания впитывали. Вот Алекса Гайворонский, наверное, это один из подарков нашему народу, который мы должны помнить, принимать этот дар. Это еще один шанс, чтобы мы всегда возвращались к своим истокам. Мы очень благодарны этому человеку, блестящему писателю, блестящему рассказчику, ученому и человеку, безумно любившего Крым. Это большая потеря, потому что такие люди, как Алекса, они не часто рождаются, это большие труженики. Он любил свою родину, любил свой город, знал все об этом. И это все зафиксировал и оставил нам. Вот огромный вклад. Алекса Гайворонский был абсолютно гениальным человеком, который Всевышний послал нашему народу.
который всеми своими талантами, знаниями, умением, трудом сделал все, чтобы мы знали правду о себе, чтобы весь мир знал правду о крымских татарах. От нас ушел целый мир. Мы будем еще открывать новые точки, новые страницы, новые нотки, новые мазки, кисти этого мира, который ушел вместе с Гайворонским. И, наверное, нужно пересмотреть его телевизионные проекты, заново перечитать его книги для того, чтобы между строк, между мазками, между нотными знаками услышать то, что мы не догадались послушать в то время, когда он был жив.